субботу. У них много общего, но они никогда не видели друг друга. И в самом деле легко подумать, что это я. Как неизвестный фильм стал одним из самых любимых советского зрителя. Во всяком случае, Диски Никсон сыграл далеко не последнюю, если не первую роль. Кончишь! Одна слава на двоих. Больше всего он боялся, что не будет смешно. Я очень не бедный человек, но вы меня обогатили. Двое против Фантомаса. В субботу на ТВ Рус. Боже мой, это...